Меня зовут Маргарита. Мне 69 лет. Из них 20 лет я болею сахарным диабетом. Применяла все методики лечения. Все таблетки пила. Но, однако, мне это мало помогало. Поэтому в 2009 году я перешла на инсулин. Если прекращала колоть, сахар, уровень сахара в крови повышался до 20. В связи с этим я поправилась на 40 килограммов. Поэтому стало мне очень тяжело ходить. Опухали ноги. И несмотря на помощь моих близких, мужа и дочери, я все равно себя чувствовала очень плохо. Жила как настоящий инвалид. Но однажды пришла дочь и обрадовала меня, что она познакомилась с тренингом «Антидиабет». Этот тренинг ведет Игорь Цаленчук. Сообщила мне еще о том, что она записала меня в первую группу. Поначалу было очень сложно, потому что я инсулинозависимый больной. Но потом я привыкла, мне понравилось, даже улучшилось настроение. Поступила я в эту группу в октябре месяце, а в январе я уже перешла на один укол. Прошло немного времени, а точнее в марте месяце я уже начала пить таблетки, избавилась от уколов. За время посещения тренинга я похудела на 22 килограмма. Я теперь поверила в себя и в свои возможности. А Игорь Цаленчук говорит, что если вы не прекратите тренироваться в антидиабете, у вас результаты еще будут лучшими. Когда меня встретил мой лечащий врач-терапевт, он просто меня не узнал и попросил поделиться с ним информацией. Ведь до этого я 4 месяца его не видела, только ходила к врачу-эндокринологу. Раньше я думала, что уколы инсулина – это на всю жизнь, а теперь поняла, что на всю жизнь остается у меня правильная еда и пищевые добавки. Я сейчас не только хожу, но даже могу бегать. И очень благодарна этому человеку за все, что он сделал. Так что идите на тренинг к Игорю Цаленчуку, и вы посмотрите, что ваша жизнь станет намного качественнее.